Потап и Тоня. Жизнь восьмилетней медведицы Тони была не сладкой. Она сидела на цепи в ржавой клетке, которая стояла в старом заброшенном сарае в одной из деревень под Санкт-Петербургом. Рядом, в соседнем загоне, жила еще одна молодая медведица. Предприимчивый хозяин Александр плохо кормил зверей, зато находил для них работу. Тоню даже сдали в аренду для съемок в кино, с которых она вернулась израненная. Нелегко далась животному ненужная киношная слава. Свалявшаяся шерсть, разбитая голова, цепь, которая глубоко вросла в шею, и абсолютно несчастный взгляд. Такой нашли медведицу зоозащитники в марте 2015 года. Началась целая операция по спасению животного. Хозяин был не готов. Готов просто так расстаться с медведицей. Несчастную Тоню даже показали по телевизору в специальном репортаже. В итоге все получилось. Нашлись и нужные люди, и транспорт. Животное спасли и привезли в карантинный центр Велес. Исхудавшая медведица была в ужасном состоянии. Ее шею сковывали две цепи, одну из которых удалось снять сразу, а другая вросла в кожу аж на 7 сантиметров и уже потихоньку подгнивала, причиняя животному жуткую боль. Нужна была помощь хирургов, но они решили отложить мучительные процедуры, потому что просто не были уверены, что зверь переживет наркоз. Лишь через месяц, когда медведица набралась сил, взялись за операции, которых потребовалось целых 3. Наконец, все мучения были позади, и зимой Тонечка впала в спячку. Наверное, ей впервые снились хорошие сны. Для Тони построили специальный вольер рядом с бурым мишкой Потапом, который жил в центре 3 года. Попал он туда после того, как сам вышел к людям в одном из поселков области и постучался носом в дверь подсобки рабочих. Животное хотели отстрелить, но ему повезло. Владельцем участка был охотовед, который понял, что мишка ручной и, видно, сбежал от своих бывших хозяев. Про Потапа узнали зоозащитники, и Велес также приютил его. Отношения Потапа и Тони на первых порах были просто ужасными. Они огрызались, предупреждающе рычали и даже бросали друг в друга, чем ни попадя. Их отвращение было настолько велико, что в редкие минуты перемирия они даже уходили в дальние углы своих вольеров, только чтобы не видеть соседа. Больше года мишки показывали характер. Но любовь, как и дружба, часто приходит внезапно. Почти через год, когда руководство центра уже решило расселить медведей по дальним вольерам, косолапые словно почувствовали возможное расставание и помирились, нежно тыкались носами через разделяющие их прутья и разговаривали на своем медвежьем языке. Перегородку открыли. И вальяжный Потап, как истинный джентльмен, пришел к своей соседке в гости. Уже через несколько мгновений медведи стали обниматься, валяться и играть. Это лето они провели в полной идиллии, наслаждаясь дружбой и расставаясь только чтобы поесть. Но, как и в природе, период любви осенью закончился. Чтобы в следующем году вспыхнуть вновь. Теперь каждую весну после выхода зверей из зимней спячки на весь центр раздается требовательный рев. «Поскорее пустите нас друг к другу!» И соскучившиеся за зиму влюбленные нетерпеливо гнут прутья, разделяющие их перегородки. Именно Потап, жизнь которого складывалась проще, не только подарил своей подруге любовь, но и постепенно вернул доверие к людям. Интересные факты. За время спячки медведь может потерять почти четверть своего веса. Лесные медведи хорошо лазают по деревьям. У всех медведей 2 слоя шерсти для защиты от воды и от холода.